И сегодня в Уфе установили новый купол на один из минаретов соборной мечети Ар-Рахим. Работы длились буквально 20 минут. С помощью стрелового крана позолоченную конструкцию подняли на высоту в 77 метров и закрепили. Сверху установили двухметровый шпиль с полумесяцем. Ну и напомню, прошлый упал в марте этого года из-за сильных порывов ветра. Нарушение при монтаже и восстановлению не подлежало. Власти региона заказали экспертизу оставшихся в 3 минаретов. Ну и после происшествия завод-изготовитель Волгодонский Грант вызвался поставить копию купола, поскольку упавшая конструкция не подлежала восстановлению. Мы хотели бы найти альтернативные, различные варианты, кто может отремонтировать. Оказывается, в России всего лишь одна компания, две компании вообще занимаются вот такой уникальной деятельностью, как сооружение куполов для мечети и церквей. Контролировать нужно на каждом этапе изготовления. Если изделие, основа изделия – это металлокаркас, оболочка – это стеклопластик, полиэфирные смолы и стеклоткань. И облицовка – нержавеющая сталь, покрытая нитридом титана. Ну и напомню, мечеть Ар-Рахим начали строить в 2007 году. Работы неоднократно приостанавливали из-за недостатка финансирования и проблем с подрядчиками. Ну и в январе этого года Ради Хабиров сообщил, что строительство мечети возобновится не раньше 2026 года. Работы продлятся 2 года. Их стоимость оценивается от 2 до 4 миллиардов рублей.